самого создания мира, армии небес и ада вели нескончаемую войну. В их противостоянии оказался втянут и обугленный совет, призванный поддерживать равновесие между сторонами. Его забота, чтобы ни одна из великих сил, оставшись без надзора, не повредила тонкую ткань мироздания. Со временем и небеса, и ад научились уважать совет и его законы, ибо никто не мог уйти от скорой и жестокой кары посланников совета, братства четырех всадников апокалипсиса. Среди хаоса появились и люди. Совет предрек, что эти слабые, но хитрые существа когда-нибудь тоже станут влиять на равновесие. Так родилось Третье Царство. Мир людей. Властью Совета небеса и ад заключили перемирие. Великий договор был скреплен семью печатями, которые должны быть сломаны в означенный день, когда мир людей будет готов к последней битве, что выправит равновесие и определит дальнейшую судьбу трех царств.
Что происходит? Где мои братья? Может быть, последняя печать! Господин! Как же это возможно? Седьмая печать не была сломана! Абадон! Во имя небес, что же ты натворил? Я откликнулся на зов.
закон растоптан. Лживые слова. Печати были сломаны, я явился на зов. Тогда где были остальные всадники? Почему они не явились на зов? Семь печатей сокрыты, как и были сокрыты со дня заключения мира, вечность назад. Они не тронуты. Никакого зова не было. Ты помог стороне тьмы, нарушил священный договор, чем погубил мир людей и нарушил равновесие. Смеешь ли ты отрицать это? Когда явился я, небеса и ад уже вступили в бой. Авадон был там. Он знал, что происходит. Авадон погиб, сражаясь с хаосом, разразившимся по твоей вине. Я сражался с демонами, даже лишенный сил, и все же вы вините меня. Твое поражение тебя не оправдывает. Надо полагать, разрушитель использовал тебя и отвернулся. Ты приступил закон, всадник! Ты будешь наказан! Я служу только совету. Только равновесию. Никогда не было иначе. Отправьте меня назад. Я покараю тех, кто виновен. Что? И как же ты надеешься одолеть армию разрушителя? Ты же бессилен! Когда я погибну, и руками демонов будет исполнен ваш приговор. Так тому и быть. Ты вернешься на землю. Но за тобой будут следить. Подойди.
Совет нынче договаривается и с демонами? С начала войны некоторые из демонов попали у разрушителя. В Ульгре водились таких изгоев. Я давно искал возможность встретиться с нами. Давно ли я нахожусь здесь? Похоже, мы самую малость сбились с пути. Не спеши, всадник! Я разъясню тебе основные правила. Пока все не закончится, ты пес на поводке. Я говорю лаять, ты лаешь. Если я решу тебя пнуть, не вздумай скалить на меня зубы. Это ясно? Или мне разучить с тобой команду «Умри»? Хороший мальчик.